Новый заказ, рубашка, мужская рубашка. Я должна буду убрать немножечко в объеме по боковым швам до проймы, и немножко захват будет идти на рукав, потому что иначе никак. И вот здесь другой вариант обработки. Проглотила половина слова. Так, девочки, вот я вам показывала простой вариант подгонки рубашки, где край обработан оверлоком. Здесь совершенно другая обработка. Я, по-моему, там сказала пару слов о том, что есть другая обработка, и она более сложная. Вот, посмотрите, запаковочный шов бельевой, но он еще и вдобавок проклеенный. Вот здесь вот трудность возникает тогда, когда подгонка идет совершенно близко. Вот, допустим, нужно убрать сантиметр с двух сторон, 2 сантиметра. Здесь мне будет намного легче, потому что я отмечу, перенесу метки от булавок, от примерки, и срежу. То есть здесь я срежу, здесь я не буду долго, как говорится, работать над этим. Но когда я буду переходить уже в рукав, то я буду уменьшать немножечко здесь и плавно делать переход. То вот здесь нужно будет, конечно, быть очень внимательной, очень щепетильной, чтобы сделать плавный переходик вот в этом месте. Еще раз напоминаю, что этот шов еще и вдобавок проклеенный. Вот так. Я буду начинать работать с рубашкой и буду вам немножко показывать, в особенности, вот этот узел. Здесь все просто. Следующий заказ. Тоже, видите, рубашки. Приходят рубашечки. Две рубашки вот такого красивого, классного цвета молодой травы. Мужчина захотел укоротить, убрать длинный рукав и сделать короткий. Казалось бы, легкая работа, но здесь тоже будут нюансы. Потому что, вот, смотрите, длину, которую он захотел, здесь идет расширение. Если я даю припуск, то здесь уже на сужение идет. Вот здесь тоже нужно повозякаться. Также, смотрите, запаковочный шов бельевой. И также это все проклеено. То есть здесь тоже есть нюансы, чтобы красиво и благородно сделать вот такую подгонку. Вот такие рубашечки. Приятный цвет очень. Мне нравится. Вот такой заказ прибыл. Этой серии нестандартные заказы. Их достаточно тоже много собирается. Вот один из них. Значит, я обработала край. Вот так вот. И теперь заказчица захотела пришпандурить вот этот лейбл, флаг, не знаю, знак. И, значит, что она захотела, я должна вырезать все вот это вот, фигурные вот эти вот зубчики и обработать. Обрабатывать, конечно, в этом случае я буду зигзагом, плотным зигзагом, чтобы заложить вовнутрь зигзага ткань, чтобы она не распускалась, не торочилась. Вот такая задача. Ужас, девочки. Я представляю, даже не представляю, сколько я буду возиться с этим по времени, сколько у меня войдет. Вот рассчитать время. Я думаю, 1,5 часа уйдет на это дело. Вот так. А по деньгам 1,5 часа. Ну вот, я думаю, взять $30 вот за это. То есть нужно вырезать, потратить, да, время, где-то минут, я не знаю, 25, чтобы это все красивенько вырезать. И плюс еще и закрепить это на полотне. Вот такие дела. Да, казалось бы, да, пришить. Не так просто. Вот такая работка подкатила. Следующий нестандартный заказ.
Это одеяльце-покрывальце детское. Посмотрите, какая замечательная вышивка. Мне очень нравится. Вот вы меня спрашиваете, Лиля, здесь американки рукодельничают, девочки, мальчики рукодельничают, еще и как рукодельничают. Что иногда диву даешься и думаешь, я бы такое не сделала. Вот смотрите, какое искусство вышивания. Вот я бы, наверное, такое не сделала. И надписи. Посмотрите, тракторис. Трактор. Вот по-английски, по-русски одинаково. Трактор. Коровка, свинки. Ой, прелесть. Прелесть, прелесть. Мне очень нравится. Пишите, вам нравится такое творчество? Вот, наверное, бабулечка выживала. Так, и что я должна сделать? Вот женщина принесла все, как говорится, аксессуары. Я должна подложить вот эту ткань, двойную, дабл сделать, перекрыть это все дело и утеплить. Вот она принесла еще и наполнитель. И окантовать все это дело, девочки, окантовочкой. То есть вот такая еще работка. Одеяльце покрывальце не очень большое. Поэтому я всего лишь взяла $50. Это немного, девочки. Вот. Ну, я просто, как говорится, сделала добрый жест для этой женщины. Она у меня постоянная бабулечка-клиентка. Поэтому я делаю таким людям, которые меня поддерживали в период, когда я только открывалась. Вот, и, в общем-то, не было еще отзывов о моей работе, еще не слишком просматривались мои рекламы, вот, поэтому я благодарна этим людям, что они доверились, рискнули, так скажем, взять мой сервис, и, в общем-то, теперь я им иду навстречу. Вот такая работа, достаточно кропотливая, буду долго, наверное, трудиться, наверное, 3 часа. Придется вот поработать с этим заказом. Вот так. Еще один нестандартный заказ. Вот такой бленкет. Одеяло джинсовое. Да, девочки, трэш, согласна. Вот я должна его немножко обойти и, значит, закрыть дырочки, где они есть. Вот такой разрыв. Вот такая дырочка. Вот такая. И что, я ему сказала пока что $30. Вот, видите, вот тут вот передо мной. Поэтому я вам и озвучиваю. Не обижайтесь, когда я не озвучиваю. В общем, я должна все вот это обойти, девочки. И я ему сказала, это мужчина, что я посчитаю, сколько дырочек будет в наличии. И может быть цена прибавится. Он согласился. И согласился по времени. Потому что сейчас сезон выпускных платьев, и у меня нет времени вот этим заниматься. Творчеством. Да, кто это шил? Наверное, опять бабулечка какая-то. Вот такие дела, девочки. Вот такие приходят нестандартные заказы также.